Здравствуйте, в эфире Первого Ярославского программа «Сегодня лайв», в студии Татьяна Волкова, мой гость, глава Фрунзенского района Евгений Горюшин. Евгений Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, тема номер один для всех районов и для Фрунзенского, наверное, тоже – это отопление. В какие-то дома оно уже пришло, в какие-то нет. Люди звонят, переживают. Что в вашем районе с подключением к теплу? Да, проблема, конечно, для всего населения, не только нашего района. Это очень важно, включение отопления. Мы в течение летнего периода провели все необходимые ремонтные работы и по подготовке тепловых сетей самих, и по подготовке теплоисточников, и, конечно, по подготовке жилищного фонда. Значит, работы все выполнены в полном объеме. Значит, мы в этом деле отчитались в департамент городского хозяйства. И сейчас уже включаем отопление. Вот можно уже полностью доложить, что отопление, значит, детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуру, физкультуру, везде все подано. В жилищный фонд мы заканчиваем вот на сегодняшний день. На утро у нас оставалось всего 6 домов не включенных. Вот сейчас на вечер, все с теплом. Да, на вечер останется один дом, индустриально 23, но он в капитальном ремонте. Там есть как бы конкретная причина. Сейчас этот ремонт именно по теплоснабжению закончится, и все, дом будет включен. Они уложились в сроки? Почему так задержались с домом? Нет, это они работают по своим отдельным контрактам, они по срокам работают. Единственное, что их надо здесь поторопить. У нас 830 домов уже включенных, вот на утро было, и 6 только оставались еще вот это самое. Но сейчас уже остался только один. Угу. Ну вот Фрунзенский район, район новый, много новостроек, и до сих пор дома строятся и возводятся. Все равно пришлось что-то ремонтировать? Есть аварийный фонд, скажем так? Ну да, есть, конечно, к сожалению, аварийный фонд, ветхи есть. От этого никуда не уйдешь, потому что район по отдельным микрорайонам как бы старый считается, по другим микрорайонам новый совершенно, как, например, микрорайон «Сокол» и рядом. Вот. Ну, занимаемся и таким ветхим фондом. Значит, есть такое понятие, как поддерживающий ремонт и подготовка к зиме. Это вот мы все делаем. А на сегодняшний день они тоже, большинство, уже готовы. Ну вот район рассматривается в городе как перспективный для строительства жилья. Сколько там еще будете строить? Куда расширяться? Ну, в сторону Москвы? Перспектива, конечно, очень огромная. Значит, вот если вы представите проспект Фрунзе на выезд из города, левая сторона почти вся застроена, но и то еще не все. Значит, там еще есть, где будут строить жилье и другие объекты. А вот правая сторона, ну, почти еще, только-только начали в прошлом году застраивать. Вот, для этого строятся дороги, специально для этого, для развития микрорайонов. Улица Чернобрудная, например, пересекает проспект Фрунзе из Нового Сокола, значит, вообще в новый микрорайон. Значит, так, вот эта вот дорога, она фактически сейчас уже закончена, принята в эксплуатацию. Вот. Дядьковский проезд там тоже строится для этого же, потому что построено уже несколько домов. Это вот дороги с нуля, да, которые строятся? Это дороги, да, с нуля, они совершенно новые. Значит, это капитальное строительство называется. Вот Чернопрудная, Дядьковский проезд, они только на развитие района. Угу. А что касается дорог, которые давно эксплуатируются, ну, в принципе, сам Московский проспект и Фрунзе пережили большую реконструкцию не так давно. Да, к тысячелетию там сделана огромная реконструкция. Что-то, значит, в этом году ремонтировали еще? Да, мы, значит, капитально ремонтировали тормозное шоссе. Начали в прошлом году, а в этом году уже закончили. То есть, значит, все, тормозное сдано? Можно, ну, говорить? Да, да, можно считать, что тормозное шоссе в границах от Вишняки, от Вишняков до улицы Ярославская. Там все сдано, принято в эксплуатацию, сделано в полном объеме, все хорошо. Значит, на следующий год там планируется продолжение уже от улицы Ярославской, такой же капитальный ремонт. В этом году, кстати говоря, хорошо сделали дорогу, улицу Кривого. Дорога, она длинная, от Московского проспекта до Суздалки. Вот в границах многоэтажной застройки там сделано все хорошо. Там замена бордюрного камня, тротуары восстановили, ну, проезжая часть, само собой, колодцы подняли, все замечательно. А вот дальше она уходит в частный сектор. Там дороги почти не было. Там темнота. А вот сейчас там отличнейшая дорога в асфальте, с дорожной разметкой. Все, люди только это самое высказывают благодарность, что им такую дорогу сделали. Евгений Анатольевич, ну вы сами дороги не делаете, вы глава администрации районной. Тем не менее, какую оценку можете дорожникам поставить? Все ли успели за лето сделать или что-то перенесете на следующий год?
Ну вот, из планов этого года сделано фактически все. Все. Значит, поэтому, ну, знаете как, в процессе работы бывают недостатки. Мы там, значит, и критикуем, и поторапливаем подрядчика. Но по большому счету сказать, что вот программа этого года по нашему району сделана. Значит, вот я назвал улицу Кривого, сделана хорошо улица Ярославская от тормозного шоссе до проспекта Фрунзе. Ямочным ремонтом сделаны, значит, улица Индустриальная, например, и некоторые другие, Суздальское шоссе. Ну, конечно, желательно бы получше, например, тоже Суздальское шоссе, не ямочным, а капитальным пройти. Улицу Калинина бы пройти. Это от средств зависит, да, от бюджета города. И... Это уже будет зависеть от того, сколько средств будет в следующем году в бюджете на ремонт дорог. Ну вот жители жалуются, что утром приходится стоять в пробках. То есть реконструкция масштабная Московского проспекта и Фрунзе не решила этой проблемы, да? Не хватает дорог. Или жителей стало так много, что все не помещаются на трассе? Ну, вообще, вы правы. Ожидали, после реконструкции все-таки эффект будет выше. Пешеходов лучше. Наверх загнали. Да, пешеходные переходы сделали и надземные, и подземные один. И по одной полосе добавилось в каждую сторону. Но все равно, видимо, в городе количество автотранспорта такими темпами растет, опережающими, что эти темпы, ну, действительно, вот сейчас... У вас по дому в месяц сдается, наверное, в районе многоэтажном? Ну, нет, к сожалению, не по дому, поменьше. Ну, в прошлом году было, значит, 9 домов сданы в эксплуатацию, в этом году будет больше. Это все как раз застройка, большая часть там по проспекту Фрунзе. Скажите, Карабулинская развязка, о которой сейчас говорят, понятно, не вы будете принимать решение, это федеральные средства, она решит проблему и Фрунзенского района в том числе? Она будет решать, она нужна, потому что практически весь поток с верхней части Московского проспекта, с проспекта Фрунзе, может уходить в объезд центральной части города. То есть вы за? Да, мы за, конечно, она много проблем решит. Понятно. Что касается парковочных мест, ремонт дворов, который прошел во всей области и в городе Ярославле в том числе, вы учли эти моменты? Или для вашего района не актуально? Нет, это тоже и для нашего района актуально, и для других наверняка тоже. Вот, сейчас проблема парковочных мест во дворах выходит почти на первый план. А что касается вообще ремонта дворов? Успешно По ремонту прошли дворов, или что-то на следующий год? В этом году сделано очень много. Вот представьте, если в прошлом году было на район всего 9 миллионов, то в этом году 40 миллионов. На один район? На один район, да. И, конечно, сделано уже много. Вот у нас по программе благоустройства дворов на этот год, значит, 36 дворов комплексного ремонта. Вот, 27 уже сделано. Вот, 25 из них уже обмерены и приняты агентством по муниципальному заказу. Остальные дворы в работе. Подрядчик сейчас усиливает свои силы и средства там. Вот. Это в основном дворы по улице Калинина. Они сфрезерованы. Сейчас идет монтаж, то есть установка бордюров. Вот. И как только это закончится, работа, и мы ждем, по сути дела, сейчас погоду. Вот по прогнозу вроде идут хорошие сухие дни. То есть пока позволяет погода, будете работать. Да, будем работать. Скажите, а что касается парковой зоны в районе? У нас по программе развития парков, значит, реконструируется такая вот свободная зона по улице Кривого. Она не застроена ничем, там идет линия электропередач, там как бы ничего строить нельзя. Но прогулочные там, сказать, дорожки, это все можно делать. И вот мы разработали проект реконструкции этой зоны, значит, назвали ее бульваром, и сейчас в первую очередь уже фактически сделано. Вот на этой неделе, крайне на следующей, мы эту часть работы сдаем. То есть будет бульвар у района? Да, но только я обращаю внимание, что это будет первая очередь. Первая, она включает в себя разборку, значит, старых дорожек, устройства новых в плитке, обязательно, в тротуарной плитке, значит, замену асфальтобетонного покрытия, новый бордюр, вот это. А вот вторая очередь будет уже, значит, насыщать эту зону озеленением.
Там будут, значит, живая изгородь, низкорослые деревья. Будете привлекать жителей как-то к этому, как вот, например, за Волгой? Они компании там привлекают для озеленения? Ну, у нас есть уже такие помощники, да. Но это будет обязательно только во второй очереди. Там будут скамеечки очень интересные. Вот мы туда будем спонсоров искать. Там будут детские спортивные городки, малые архитектурные формы, беговая дорожка для роликовых коньков. Ну, в общем-то, много всего. Входная группа будет очень интересная. Ее сделана в виде арок из деревянного бруса. Вот. В городе таких вроде решений пока еще нет. Ну, такие вот прогрессивные дизайнеры нам это предложили. То есть место семейного отдыха полноценное, большое, круглый год. Да, там можно будет отдыхать и прогуливаться. Зона очень большая. Занимает площадь 3 гектара. Это больше, чем в других районах. Представляете, значит, полкилометра в длину и 60 метров в ширину. Вот эта вся зона сейчас взята в работу. Скажите, правда, что в районе появится аквапарк? То есть, получается, в Ярославле единственный? Да, значит, аквапарк уже проектируется. Инвестор – это турецкая фирма. Функции технического заказчика выполняет Ярнефтехимстрой заказчик. Они сейчас разрабатывают проект. В этом году он должен быть закончен, и, значит, планируют даже в зиму выходить на стройплощадку. И, собственно говоря, за год такие вот планы у них, значит, аквапарк сдать в эксплуатацию. А мы немножко в этом выбрали? Сомневаемся. Угу. Мы то немножко по срокам. Срок, да, да? Реально это да. Но пусть даже через полтора года, все равно это объект очень интересный. Ясно, что он будет востребован, ясно, что к нему нужно делать и дорогу, совсем другую, хорошую. А какое место выбрали для него? Это по проспекту Фрунзе, там, где спорткомплекс «Чайка». Значит, с Фрунзе поворот направо на спортивную. Угу. Вот. Но у нас в этом году застраивается еще один интересный объект. Что это? База хоккейного клуба, да. «Локомотив». Значит, там площадка уже готовится. То есть спорт полностью переходит во Фрунзенский, да, район. Там будет, значит, большой комплекс таких вот их, значит, зданий. Так, новая площадка ледовая будет. А за этой базой будет еще, значит, школа Олимпийского резерва. Это уже федеральная школа будет. Вот, так что хоккей переходит в наш если район. Если арену считать, нашу зону, практически. Да. Ну что ж, спасибо. Глава Фрунзенского района Евгений Горюшин был нашим гостем. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания.